Ну что там у нас, док? Как наше золотое яичко? Сэр, вы совершенно правы, она уникальна. Мы подвергли ее ряду испытаний. Ее нервная ткань как-то усиливается изотопом ее ожерелья. Оно подпитывает ее. После подготовки девушка станет сильнее и быстрее любого мужчины. Но без ожерелья она слабеет. Она само совершенство. Я знал, что агентство просто так гоняться за ней не будет. Джекпот! Ха-ха! Лени! Лени, похитили! Что? Какого хрена? Какой хренов урод ко мне нахрен лезет? Это что, шутка? Звони Джейн, пусть позаботится о выкупе! И шерифу звякни, я хочу вернуть своего пацана! За что я ему деньги плачу и извращенцу гребаному? А, мисс Купер. Приемная, шериф. Чем я могу помочь? Это тебя. Говорит Скёрки! Что? Ай, Лена! Чего? Нет! А! Черт побери! Ладно, я иду! Ждите! Где девушка? Папа меня убьет, если я скажу! А я убью, если не скажешь. Пожалуйста! Мы собирались ее вернуть! Мы просто хотели срубить поплачиво! Последний раз. Где Виктория? Я слушаю. Папа сказал оставить ее Санчеса! Где мне его найти? На заводе! Прямо за городом. Проси, кого хочешь, тебе покажут. Там бои проводят по ночам. Ясно? Ладно, хватит копать. Я могу вылезти из этой дыры? Иди вперед. Пожалуйста. Монашка была случайностью, честно!